Всем привет, с вами Original Jack. Ну вот, я выпускаю вторую серию сериала, как я попал работать в Skyeng. Сегодня у меня тренировочный урок, я вот подготовился, надел рубашку, бороду. Как сказать? Хочется сказать brush, блин, забываю русский язык. Причесал, вот, да, ну чтобы она не торчала чуть-чуть. Не знаю, вот думаю, надеть ли кепку вот так вот. Чисто чита вот так вот. Короче, не буду выеживаться. В общем, меня ждет сегодня Олеся Щербакова. Я уже добавил ее в Skype. И осталось 20 минут до нашего с ней рандеву. В общем, я надеюсь, что звук запишется. В общем, если будет хреново со звуком, то извиняйте, как бы, возможно, ничего не получится. Ну, а потом я отпишу свои впечатления. К уроку я тоже подготовился, но, как бы, все будет чисто на improvisation. You know what I'm saying? Because improvisation is my profession. Ну, что я хочу сказать. Уважаемый товарищ Бандикам меня, короче, подвел. Звук он не записал, записал только изображение. Ну, вот, короче, я связался с ней, вот этой девушкой. Она вроде Олеся, написано было Анастасия, но просила она называть себя Татьяна. Короче, такая вот фигня. И беседовали мы с ней примерно 35 минут. Ну, что я могу сказать. Урок прошел. Как бы она мне все объяснила, что там делать, ничего не сказала, как бы никакие выводы не сделала. Наверное, она там сделает, как сказать, ревью, да, на меня напишет там и отправит его, и, наверное, я думаю, мне напишут. Так что вот такие дела. В принципе, я немножко протупил, да, как-то, ну, первый раз, это же всегда первый, блин, комом. Немножко я, да, затупил в некоторых местах, и в конце тоже она говорит, подводите итоги, и я такой, и тоже, короче, тупанул маленько, надо было просто тупо, короче, что-то рассказать, ну, что, о чем мы прошли. Ну, а так, в принципе, платформа очень удобная, кстати, для изучения английского языка, вообще, любое слово тыкаешь, сразу появляется. В этом смысле, конечно, они молодцы, постарались, поэтому... Мы будем стараться делать лучше когда-нибудь. В общем, вот такая вот история. В принципе, у меня никаких замечаний к ним нету. Еще бы, кто я такой, чтобы делать замечания? Всем спасибо. It was Jack English, Real Deal Pal.